становится все меньше. Значит, наверное, скоро конец. Да. Ну что, поехали. Самая гвардия. Река Синь, здравствуйте. На абрикосе, на листе стали появляться желтые пятнышки по типу ржавчины. Не опрыскала, не резала, посадка на хом. Что это может быть? Помирает помаленечку. Значит, им там не климат. Я сейчас не соображу, где вы живете. Вот. Им там не климат. Если без всяких причин начали появляться эти желтые пятнышки, значит, листья помирают. А вот это еще не конец. Почему? Потому что год на год не приходится. Один год так, допустим, посыреет, другой год по суше. Может, что и обойдется. Другое дело, что все, что вам сейчас посоветуют опрыскать, так, все это кажется ни к чему. Ничем не поможет. Давайте подумаем, на что они посажены, что им может не хватать. Абрикосы из района, который считается очень сухой, очень-очень сухой. Вот. И историческая родина, так? Значит, им может мешать дожди сильные. Буквально могут от сильных дождей начинать. Они, видите, как? Они особенно, почему самые капризные в нашей России? Капризнее даже, чем персики. Вы заметили, какой у них слабенькая крона, дохленькая, в каком плане? Она насквозь пронизывается дождями. И получается так, но это отдельная большая тема, ведь когда я говорю, ни в коем случае нельзя резать. Все, абсолютно все правильно. А теперь возьмем, что у меня, допустим, как? Что такое Сибирь? Извините, что ну, нас мало тут осталось, я могу и подольше поговорить. Что такое Сибирь? Часто подмерзание. Чем оно кончается? Что прежде всего страдает? Самые тонкие кончики веток. Вы даже можете этого не видеть. И оно способствует... А что такое подмерзание кончика веток? Это тот же самый обрезка. Та же самая обрезка. И она... Что подмерзло кончик, что обрезка, одинаковый результат. Стимулируется выброс боковых веток. И дерево. А это Сибирь у нас. Дерево загущается и хуже пропускает влагу, то есть уже не гниет штамп и так далее. Вот. Там, где эти условия, допустим, потеплее, а кончики не обмерзают, например, и она остается такой же слабо ветвистой. И дожди, если вот был год сухой, а потом год мокрый, дожди пронизывают его насквозь. Гниет основание штамба. Прямо вот, когда вода течет и сырой штамп из скелетной ветки, уже с этого начинается гниение. А потом переходит на листья. И подземная живность, она тоже и на исторической-то родине сухо. Не зря, что у нее стержневой корень и жидкая. Чем на исторической родине, это легко определить. Влажнее, как угадать? А вы увидели пышную крону, вот такую пышную-пышную. Вот я вам, может быть, в следующий раз покажу. Я тут как раз фотографировал сливы вот с такими листьями. Они как раз-то держат влагу. Почему? Ну, с влажных мест. И получается, что хорошо бы загустить этот абрикос, но тогда его надо резать. Так. У нас этот мороз выполняет. Если резать, то получается как? Если вы заметили, я пропустил... Сегодня на вебинаре пропустил там целый раздел. Вот мы его будем разбирать, и как раз до этого места дойдем. Они все делают наоборот. Вот я скажу, ну хорошо, допустим, вот в таком-то районе, наоборот, надо бы подрезать, так, даст пышную крону, и она будет защищать от дождя. Почему? Потому что абрикос переехал с сухого места к вам, допустим, мокрое. А и год за годом дожди. Значит, надо отказаться от этого принципа не резать. Так? Тут отрезали и даст пышно это самое, много боковых веток. И смотришь, основание штамба будет более защищено от дождей. Вот в таком разрезе. Например, если бы я жил
не в сухом климате, в Хакасии, да, который называется солнечная. Солнечная – это солнечная, но мороз будет здоров. И вот даже в солнечный день у нас такой, да, это как раз, чем солнечный день, тем мороз сильнее. Когда тучи, морозов меньше. Вот, это одна особенность. И я всегда говорю, с одной стороны, с другой стороны, с одной стороны, с другой стороны. А в другом районе, там наоборот, надо бы загустить. Вот примерно вот таком разговор пойдет в следующий раз. Так, всем добрый вечер. Наконец-то в Нижний Новгород пришло лето сегодня. Ого, неужели? Радуюсь, на сыне манжурца много плодиков. Ой, ё-моё, как я радуюсь всегда, когда что-то. Сеяние. С апреля ему исполнилось 4 года. В апреле. То есть 5-й год пошел. Ну, неплохо, раз наконец-то он за это заплодносил. На мелитопольском раннем тоже прилично плодиков. Слушайте, мелитопольское раннее. Я не помню, когда я это... Один год только рассылал. Вам попалось, что ли? Много плодиков, но меньше. Неужели попробую в этом году абрикос? У меня все, знаете, что... Сейчас груши сыпятся, плодики. Год был неправильный. Вот, поэтому абрикосам... У меня абрикосы я показывал года два назад. Вся земля была абрикосами зелеными усеяна. Вот, и там как... Ну, понимаете, что все они мои абрикосы, ваши абрикосы там на Волге. Все равно эти неправильные места для них. Жили на родине, жили бы сейчас. А мы бы ели бы эти привозные там в Средней Азии. Ну, хотим иметь, а он им тут не климат. И вот сейчас вроде радоваться надо, а еще неизвестно, будут, будете ли пробовать. Ну, надеюсь, будете. Так что не обязательно. Саженцы из косточек довольно быстро вырастут деревья. Вам удачи. Я в Мелитопольск крайне 1 год все высылал. Косточки. Интересно. А, кстати, будет ли он ранний? Наталья, смотреть в глаза. Жду от вас фотографии. Будет ли он ранний? Ну, сравните с манжурцами, да? Почему? У него обязательно будет папа неправильный. Вот. Он будет крупнее или мельче, или он может быть, наоборот, поздний, он может быть из Европы. Мелитополь – это же Европа. А, он будет почти наверняка, папа будет с Дальнего Востока. Ну, посмотрим. Валерий Васильевич, большое спасибо. А, это вы мне? Большое, пожалуйста. Всем привет, Арха. Для меня самое жуть. Архангельская область. Ой, посадил семечко Антоновки, выросла раха, весной привил 2 сорта яблонь. И оставил одну веточку дичка. За год 2 плодоносила, 16-17. Подмерзала, 2 года стояла. Это, так, 2 года стояла, на третий плодоносила. Оказались сыроежки, почему? Так, в Антоновке тут ответа два. Первое, сыроежку и прививали. Так. Погодите. Нет, вы знаете, мне немножко непонятно, чтобы не гадать, пропустим. Почему? Потому что семечко Антоновки. Так. Дальше непонятные слова. Потом, значит, 2 сорта яблонь. Какие сорта яблонь? Может быть, ранетку вам подсунули. Вот. Так что от меня не может быть такого. Не должна быть баронетка. Ну, не должна быть. Вот, ну, тут еще это я первое сказал предположение. Вынужден предполагать. А второе предположение еще жучее. Напоминаю. Значит, наш любимый Иван Владимирович Мичурин, значит, взял Антоновку, привил на дичок яблоню. Цитирую его почти дословно. Получил плоды. С плодов взял косточки, семечки, посадил и вырастил 5 дикарей. И он сказал себе, что испортил подвой, раз привито. Вот как-то примерить его, вот этот его пример к вам, не знаю. Сильно много непонятных величин, не знаю. А вот то, что север... А, это третье. Ой, спасибо, Алексей. Вы знаете, как чувствует, зараза. Вот на юге бы дал крупные плоды, а попал на север, он же сам и даст мелкие плоды. Спасибо, Алексей, за подсказку. Вот он, третий вариант. Так. Здравствуйте, Валерий Константинович. Мы тут с супругой поспорили, можно ли сорвать
яблоки с ветки или только собирать с земли? Супруга говорит, что можно, как это делает чернобая, а я придерживаюсь вашего мнения. Рассудите нас. Дело в чем. Дело в чем. Если вы хотите иметь долгоиграющее дерево, оно состоит из веток и плодовых веток и плодовых образований в виде букетов и так далее. И я вам показывал не раз, не зря, что этот вопрос задаете. А, кстати, я не закончил письмо читать. Хожу, поглядываю на прививки, конкретно на бандаж. Не сдавливает ли он шов? Особое внимание на большой прирост. Но пока вроде не видно. Швы срастаются хорошо, но некоторых его и вовсе не видно. Улучшена капулировка. Все же боюсь проворонить, времени снятия бандажа. В июле снимайте, если нормально развивается этот самый. Среднее время июль. Так, теперь возвращаясь к этому. Плодушка, на ней, как правило, она должна цвести плодность несколько лет. Потом навсегда замирает. То есть становится бесплодной. Это как правило. Ну, фотографию. Это касается яблонь, груш чаще всего. А здесь, кстати, речь идет о яблонях, да? Вот. И вот когда вы яблоко отрываете, оно должно по природе, по логике, по природе, как оно заложено в программе, упасть, но в момент, когда оно отрывается, там уже готово так называемое восковое вещество, которое ранку перекрывает тут же мгновенно. Вот. И раны нет, то есть оно зарастает. А у нас остается два варианта. Или отрезали, или оторвали. Отрезали, допустим, взяли ножницы, отрезали, вот он, плодоножка, в этот раз ее пополам, допустим, перерезали. Это кто поаккуратнее это может сделать. Яблочко ваше. А вот это остается кусочек от самой хвостика. И он постепенно отсыхает. Это, так сказать, компромиссный вариант. А если вот так ходить, бах-бах-бах-бах-бах-бах, отрываем. Бывает, подушка целиком отрывается. Ну, вспоминайте. А нет, допустим, даже если не отрывается. Она или отрывается там, где яблоко. Яблоко присоединяется к яблоку. Так, тогда получается там ранка, яблоко долго не живет, его надо быстрее съесть, потому что в лёжку уже поздно ложить. Или отрывается вместе с этим самым, с хвостиком. Но тогда рана получается на плодушке. Потом начинается зима, а вы вспоминаете, которые сыпятся, не хотят сыпаться. Ну, я показывал фотографию. Снег идет, а они висят. Видели фотографии? Вверху. Вот. Там рана остается на зиму. И плодушка может просто умереть через эту рану. Она самое нежное место в дереве. Плодушка. Вот. Вспоминайте, цветочек минус 2, минус 3. Все. То же самое может из-за того, что через рану туда попадет мороз. Плодушка должна уснуть полностью, без ран. Еще раз, компромисс, когда отрежете, хотите же это. А когда упадет, она может искалечиться, плод, а значит гнить будет, правильно? Долго не будет лежать, а вам хочется всю зиму плоды есть. Вот. И получается такое противоречие. Но я вынужден сказать правду. Хотите сохранить плодушку, чтобы на следующий год плодоносил, тогда не отрывайте, ждите, пока сама упадет. Вот такой вывод. Фух. А как супруга, надеюсь, что не до ссоры вы поспорили. Вот. Так, дальше. У меня черешня набирает цвет. Поздравляю. Я черешню привез 25 апреля на наш дичок вишни. Долго сидела, но сейчас пошла. Два сорта желтый дорога, но сказочный прирост 50%. Неплохо. Так, теперь уже результат. Это не я, а фото абрикосов от меня. А, то есть не вы, а фото ваше. Ну, что было, то было. Пусть будет так, что это не вы, а фото вы. Ладно, смотрите, сегодня у нас покороче, людей поубавилось, еще меньше. Ну, меня утешает то, что пройдет неделя, и их окажется все те же 300-400, ну, а через месяц 400-500 человек. Те же самые. То есть не все могут смотреть весна, дачные дела, это не зима. Сейчас участников повидаю, что это живьем, так, а остальные посмотрят потом, в свободное время. У нас пока все те же 300-400-500.
Много это или немало, но я сейчас стараюсь для будущих поколений. Извините за громкое слово. Все, весь мой этот текст, весь мои слова, аудио, можно перевести в текст, подшифровать его, и получится не одна книга и не две, а несколько книг. Может, ради этого и стоит вам потерпеть, послушать меня. Вот. К тому же, все, что я говорю, оно так расходится с, даже не только с, вот с этой вот дебильной практикой, типа режь, больше урожай будет, а и с наукой, вот что, к сожалению. Вот так вот. Ну, еще и с наукой, потому что научили нас ученые, к сожалению. Ну, ладно, на сегодня все. Так, сегодня получилось покороче, вопросов поменьше. Ну, посмотрим. На всяком случае, следующий вебинар состоится. Также в субботу, в это же время, в этот же час. Это еще хочу сказать, что я не зря вспоминал, Антон Валерьевич торгует лакмастикой Долматова. Это замечательная вещь, это я говорю. Железов, так. Мы с ним продаем, она есть в каталоге. Не знаю, как есть в каталоге у Антона Валерьевича, в моем каталоге есть прививочная лента, она того стоит. Так, чтобы ей занимались, от этого качества прививок зависит. Что еще мы летом продаем? Диски, книги, все вроде. А косточки вот эти вы видели на примере, в одном из последних примеров, какая схожесть у моих косточек. Видели? Скороплодность видели? Не ждите осени, не ждите зимы. Заказывайте хотя бы хоть несколько человек-то из вас. Не тяните. Заказывайте косточки сейчас. Сохраните их легко. Вот. И у вас есть шанс тоже вырастить такой же сад. Все, друзья, на этом я прощаюсь. Вот каталог нажимайте семян, если хотите. Вот. А не хотите, значит, на рынок. За саженцами, за дровишками. До свидания, друзья. Спокойной ночи. До следующей встречи, в следующую субботу. Все, пока. Не прощаюсь.